Салют всем, с вами Мастхэт, и это новый пятничный дайджест. Сегодня мы слушаем 163-го YNJ Stop Today, Jesus Автомат и Бушида Джо Водила. Без лишних слов, подпишитесь на канал и let's go. Стоп, не переключайся. Буквально на минуту я тебя отвлеку, чтобы помочь тебе заработать деньги. Есть очень крутой сайт Kakapix, на котором есть куча интересных игр. Рулетки, кейсы, классика. Но мне больше всего нравится краш. Потому что здесь мы играем на своей чуйке. Недавно был нолик. Давайте сделаем ставочку в 2000. И я надеюсь, что все сразу не крашнется. Но вроде статистика неплохая. Мы вывели. И все крашнулось. Все в этом режиме именно в твоих руках и на твоей чуйке основано, и интуиции. Если она у тебя хорошая, у тебя все получится. На этом сайте очень простой вывод средств. Нажимаем справа на кнопочку «Вывести». Есть Киви, Яндекс.Деньги и банковская карта. Выбираем сумму, которую хотим вывести. Вводим свои реквизиты. Когда мы ввели свои реквизиты, нажимаем «Заказать выплату». И срок выплаты от минуты до 3 банковских дней. Также у ребят из Apex есть паблик ВКонтакте на 1 000 000 человек, что говорит о их надежности. Самый масштабный бонус — это 50 рублей за репосты. В этой акции уже поучаствовало 500 тысяч человек. И в описании есть ссылочка, по которой вы переходите, регистрируетесь и получаете 10% к вашему депозиту. И также промокод MUSTHEAD. Выигрывайте и зарабатывайте бабки. Я просто говорю свою душу, shoutout YNJ. Я только что вышел с душа, дышу every day. Маленький пацан, слушай, no shit talking for the day. Like I'm dead serious. Talking about love and shit. But for real, like how can I talk about love if I only love my mama? That's crazy. But that's me, what's up? Huh? I'm sorry. You wanna tell me something? Окей, listen. Я помню дни, не мог найти в себе любовь. Сейчас с ней купаюсь, спустя полчаса. Из-за рэп дерьма я с ней ругаюсь. Мне самому так жалко и так больно, но я с ней прощаюсь. И мои мысли меня несут туда, вдаль, там, где космос кончился. Мой стакан полный, мой лучший друг в окно сбросился. Меня пугают отношения и как мы с тобой смотримся. Мне кажется, как будто дальше мы с тобой чокнемся. Меня пугают эти люди, пугают их лживый стержень. Я не хочу с ними играть в дружбу, лучше сдохну здесь же. У меня есть деньги, я хочу летать в небе, но меня улица держит. Ты знаешь, деньги могут удовлетворить волю, но ты еще должен знать, они не избавят от боли. Жизнь этих фейкных синглов, моя в альбоме, мои пристрастия заставляют предпочитать спрайт коля. Но я помню, я был броуком, я помню, ничего не было. But right now I'm that high, так же высоко, как не было. У меня был брат родной, но бах, его как не было. Я видел тех, кто рэпит за рич лайф, и на них льда не было. Я вообще хотел бы, чтоб ты меня... Бля, Ромчик шит-толкер, пиздец, типа, ну прям... Прям хорош. Типа, вот Будда, Ромчик, это их тема. Ну, прям пиздец их. Вот, ну, они как влитые на этом. Всех скрывала, у меня проблемы, только за сегодня пару раз срывала. И все... Все эти темы, не уверен, что это с тобой бывало. Ты мне не братишка, ты другой мамы сынишка. У меня мыслишки, кинул их на бит быстро слишком. Ты в моей тишке, но кто этот с тобой парнишка? Я тебя ревную, не говори ей, дам. Не выдавай ей все свои чувства. Почему я так громко читаю рэп, когда мне грустно? Я научился хорошо скрывать тот факт, что мне пусто. Вы говорите, у вас талант, пацаны, что-то не густо. У меня крю больше твоей, но больше тебя одиноко. Ты просто нытик, а я нытик от бога. Вы больше... Охуенно. Выложить такую чисто душу на Детройт, бля. Охуенно. У всех базарите, но до сих пор где-то сбоку. На луну смотрю вверх, нужно солнце повернуть к востоку. Damn! I ain't even know what you just said, bro, but I know you was snapping. I can't understand what bro saying, I only know English. I got a bitch I don't really love, but I don't... Он говорит, типа, я понимаю, что сказал брат, что-то... Еще раз. I can't understand what bro saying, I only know English. Only know English. Типа, он говорит, я понимаю, брат, но я знаю только английский. Я понимаю, что сказал брат, но я знаю только английский, типа. Короче, понимаете, он говорит, I know this feel, bro. Он чувствует. I don't really love, but I don't need it. I just cuss my bitch out for no reason. John Moran's supposed to be MVP, bro, it's your season. Bitch tried to cook some chicken for me, ain't got no season.
Like, baby, I ain't finna eat that shit. I don't want no fucking McDonald's, I want rice and steak. Young nigga died for no reason, threw your life away. All these fucking wars going on and need to stop today. Ain't T high off one hit, she just dropped a plate. Bro got shot, had to rush my nigga to the hospital. What the doctor say? Bro still alive, it was not your day. I just came through fly as hell, but I ain't got no cape. I put all my money in a pile like I got a rake. I just pull up with a damn. I just put up with a bop. I just put up with your bitch. I keep guns, nigga. I just put up with a stick. You better run. I have Brody punch you in your shit. A 41 in this flood, yeah, that's on my wrist. I got a gun. If I shoot it, I am not gonna miss. Michael Jordan. Damn. Michael Jordan for the three. I am not gonna miss. Все? Окей, окей. Бля, это сильное дерьмо. Типа, что выдал Ромчик, это сильно. Я бы поставил девяточку. Типа, этот щит-толкинг был неплох. Вылил душу, пиздата. One J тоже гармонично залетел, ну типа это прям его темка. Не, охуенный трючок. Напишите свое мнение в комментариях и идем дальше. Бушида. Слышали мы сниппет? Мне не нравится вот это очень прям явные глагольные рифмы, что там. Водила чувствует мой вайп, он начинает шашковать. Молодой Бушида жуя, должен все забрать. Ну типа шашковать, забрать. Вот здесь прям идет ударение на эту рифму, и она еще и глагольная, и это прям вот, не знаю, у меня немножко вызывает прям отвращение. Пиздец. Когда я был неизвестен, они все боялись, я скрывал потенциал, типа я стесняюсь. Я не пожал вам руку, потому... Ну типа боялись, стесняюсь, здесь еще не так явно выражено. Но, блядь, когда в припеве идет еще ударение на глагол, это пиздец. Потому что незнакомы, я не пожал вам руку, чтобы знали, я все помню. Я не начну диалог с тобой, на мне о чем? Это моя машина. Водила чувствует мой вайп, он начинает шашковать. Ай. Молодой Бушидо Джоя должен все забрать. Ай. Еду 220, чтобы работать, а не спать. Ай. Тебе тут нечего ловить, и я не буду врать. Водила чувствует мой вайп, он понимает, с кем он едет. Блять, ну 4 глагольных рифма в припеве, ну это пиздец. Ну это прям... Видишь мое имя в чартах, бро, ты хочешь кредит. Вау. Не плевать, что ты базаришь, бро, он просто бредит. И к чему все разговоры, что... Не, он дальше не уедет. Как видишь, я уехал под моей жопой бэха, и мои идеи успешные. Многие, да. Вы все для меня смешные, я буду откровенным, что мои поступки грешные. Все, наверное. Я держу Нину, я не могу спать, если лягу с ней, то я сломаю кровать. Хочешь, чтоб я выступил за сотку, ка ты допустил ошибку, ведь там не хватает нолика. Лямчик. Со мной красивая тат. У нее большая жопа, она трется об мой глаг. I got big rocks, feeling like I'm cake glad. Бушидо Джо реальный, так тебя финал. Вот тут пиздата раскладка. Ведь там не хватает нолика. Лямчик. Со мной красивая тат. У нее большая жопа, она трется об мой глаг. I got big rocks, feeling like I'm cake glad. Бушидо Джо реальный, так тебя финесит твой плаг. У меня есть шутер, и он выглядит как Дональд Дак. Если со мной шутишь, ладно, я стелю гладко. Как много детей в рэпе, я трэп-матка. Скажи, в чем сила, братка. Водила чувствует мой вайп, он начинает шашковать. Молодой Бушидо Джо, я должен все забрать. Еду 220, что... Бля, ну куплетик-то заебись, но вот этот припев, блядь, с глагольными рифмами, меня прям... Работать, а не спать. Тебе тут нечего ловить, и я не буду врать. Водила чувствует мой вайп, он понимает, с кем он едет. Видишь мое имя в чартах, бро, ты хочешь кредит. Не плевать, что ты базаришь, бро, он просто бредит. И к чему все разговоры, что... Не, он дальше не уедет. Окей. Не, это неплохой трючок, но вот, блядь, типа, по вайбу он хорош. Но я не могу спать, шишковать, блядь, врать. Забрать. Я не могу. Ну это пиздец. Ну типа, я не знаю, ну вот эти глагольные рифмы, меня с них трясет. Я вот на фейсе тогда злился из-за этого. И вот тут, блядь, куплет, ну сука, он охуенный, типа, как он разложился, Биг Тат, там вот это вот, вся тема и прочее. Блядь, но... Я не знаю, я не хочу переслушивать этот трек из-за глагольных рифм, потому что они мне будут всегда врезаться в слух. Но при этом трек неплохой, типа, на восьмерочку, наверное. Но эти глагольные рифмы, блядь, я не знаю, почему вы так делаете, но, пожалуйста, не надо. Короче, напишите свое мнение в комментариях и идем дальше. Jesus дропает, по-моему, каждую неделю, блядь, треки. Я не знаю, у меня, по-моему, каждый дайджест без него не обходится. Ну, вы просите, типа, вам это нравится, мы делаем. Автомат, go. Я читаю молитву день и ночь.
погиб я. Убегаю, я разгоняюсь. Ты портишь нервы, я ошибаюсь. Не позвони мне. Голос очень глубоко, прям пиздец. Для атмосферы? Может быть, но он звучит... Не, это приятно слушать, типа, предыдущие треки были довольно сомнительные. Этот неплох в плане общего впечатления. Ладно, я понял. По общему впечатлению, это вроде приятно. Но при этом, опять же таки, меня это не впечатлило. Это 43-й одинаковый трек от Джизуса, плюс-минус. Ну, типа, это неплохо. В своем жанре, наверное, хорошо. Но мы, походу, играем в игру, когда мне зайдет трек Джизуса. И пока что снова мимо. Я бы поставил 6. Типа, просто хороший трек. Вот. Напишите в комментариях свое мнение по поводу этого трека, по поводу всех треков. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а с вами был Мастхэд. В описании есть куча ссылок на мои соцсети, подписывайтесь на них. Всем удачи и всем пока.